Письмо Эйнштейна о религии ушло с молотка. Письмо Альберта Эйнштейна о вопросах религии продали на аукционе за 2,8 миллиона долларов. Письмо Альберта Эйнштейна философу Эриху Гудкинду о вопросах религии было продано на аукционе за 2,8 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Дома Кристиэс. Первоначальная цена документа составляла 11,5 миллиона долларов. Документ представляет собой ответ ученого на книгу Гудкинда «Выбор жизни». Библейский призыв к восстанию в письме на наиболее полно излагаются религиозные и философские воззрения Эйнштейна. В своем письме ученый, в частности, назвал Библию собранием почитаемых, но все же достаточно примитивных людей. Никакое толкование, сколь бы изощренным оно ни было, не может, для меня, изменить что-либо в этом, говорится в документе. Напомним, ранее на аукционе было продано письмо Эйнштейна о теории относительности. Кроме того, были обнародованы российские записи Эйнштейна. Новости от корреспондента .net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.